Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня мы с вами поиграем в такие игры, как Epic Mine, Brawl Stars, Roblox, Angry Birds, Blend и 3D, Big Big Baller, Minecraft и Hitmasters. Друзья, поэтому садитесь поудобнее, видосик будет довольно-таки долгий, заряжайте его лайком и приятного вам всем просмотра. Ну а начинаем мы с игры Hitmasters. В прошлый раз мы с вами остановились на 12 уровне, давайте еще пройдем там уровней 10. Ну тут, друзья, довольно-таки легко все проходится, я сейчас вам покажу, в чем прикол, смотрите, бум, все, видите, вот 12-я миссия выполнена. Ну что я вам говорил, все очень-очень легко, уйди отсюда, все, получи и распишись. Так, ладно. Следующая миссия. Тут, скорее всего, что на голову нужно ему что-то уронить. А, не, либо вот так вот голову с плеч, да? Хорошо, давайте сейчас подумаем. Бам. Он сейчас упадет. Оп, есть, идеально. С первого раза, друзья, проходим. Так, это у нас уже 13-я миссия. Чувачок, давай мы тебя вот так вот сделаем. Бам. Все, он упал. Бум. Мощно, ребятки, очень мощно. Проходим с вами дальше. Так, тут можем что-то выбить. Best приз. Это как бы скин. Скин Робин Гуда. Ладно, не повезло. Возможно, в следующий раз откроем. Угу, так, так, дедуганчик. Не, давайте я пока что трогать не буду. Давай мы сделаем вот так вот. Бум, все, ты упал. И бам, и ты тоже упал, короче, в кислоту. Ребят, классная игра, конечно, очень классная. Но если вдруг кому-то не нравится, не спешите закрывать это видео. Потому что дальше будет очень и очень интересно. Так, а если мы тебя уничтожим? А, все, так легко и просто. Одного уничтожили, все остальные сами погибли. Так, ладно, давайте мы столкнем. Бум, бум, бум. Есть, друзья, 14-я миссия. Погодите, а почему 14-я миссия? Мы уже с вами... Мы начали с 12-й миссии. Что за прикол вообще? Так, don't kill the... А, я понял. Обычных не надо убивать. Короче, те, которые... Я понял. Те, которые обычные граждане, их нельзя трогать, ребят. Это тех вот, которые help. Сейчас будет немножечко сложнее. Так, сейчас хелпа нету, да? Бэм, все, упал, чувак. Теперь еще тебя. Бэм, все, голову с плеч, друзья, сняли у него. Так, вот тут хелп есть, да? Бэм. Дальше. Что? Он выиграл? А, у нас тут только одна пуля есть, да? Погодите, а почему? Бум. Вот как нужно было поступить, ребята. Давайте еще последнюю миссию пройдем, и все. И будем открывать следующую игру. Так, как бы нам... Также, наверное, уничтожим их. Бум! Все, есть. Ладно, закрываем эту игру, открываем другую. Я уже немножко играл в эту вот игру, друзья. Это у нас Epic Mine. Смотрите, какой-то бонус к нам подъехал. Два ключика и камень. Ладно. Нажимаем в бой и погнали. Вау, а что сейчас будет, ребята? Сейчас будет поиск соперника? Серьезно, это что, онлайн-игра? Ребята, это онлайн-игра. Так, новая... Чего? Новое дерево? Ладно, тут нужно быстро, короче, все разбивать, ребята, походу. Быстрее, чем мой противник. Так, продвигаемся вперед. А, кто быстрее до сундука доберется, да? Ребятки, хорошо, так используем вот эту вот штуку. Давай, используем ее. О, есть, мы ее использовали, отлично. Он, по-моему, уже 3 прошел, да? Он уже 3 прошел шкалы, а я только третью вот разбиваю. Ну, может быть, мы, друзья, с вами, как его, все-таки быстрее доберемся. Сейчас посмотрим, ребятки, до финиша. Но, скорее всего, что все-таки я проиграю. Блин, сложно, конечно, очень сложно. Чувак вообще мощный, походу. Реально очень мощный. Все, он доходит до финиша. Ребят, он доходит до финиша. К сожалению, я проиграл. Так, последнюю... Да, проигрыш. Давайте, друзья, попробуем еще раз. Я уверен, что вот в этот раз я не проиграю, друзья. Будем с вами намного быстрее работать. Смотрите, я тут уже немножко управление тут себе подкорректировал. Да, сейчас мы, друзья, будем с вами быстрее разбивать. Вот я уверен. Вот я уже быстрее разбиваю, ребята. Я уже быстрее разбиваю, чем этот вот челик. Так, продвигаемся быстренько вперед. Давай. Быстрее. Крошим это все. Крошим. Есть. Все, пробили. Друзья, пробили. Идем вперед. Давай. Опа. Все. Дальше проходим. Ну, мне нравится уже, вот мне нравится, друзья, эта игрушка. Я просто изначально чуть-чуть неправильно делал, а сейчас я делаю правильно, друзья. Мы с вами дойдем быстрее, чем этот Артём. Потому что я уже, видите, горячую клавишу установил. Поэтому, ну, как бы не отвлекаемся, как бы, чтобы все мышкой как... И последняя, друзья, преграда. Разбиваем ее быстрее. Есть! Победа! Мы с вами выиграли во второй каточке. Отлично. Следующий бой. Давайте мы с вами проведем... нет, я не хочу больше такие бои проводить. Так, второй уровень тут у меня есть. Давайте мы просто проведем с вами обычный бой. Так, забрать награду. Все, забираем награду. Типа 2... Ой, 8 кристалликов. Я, в принципе, доволен. За эти кристаллики мы с вами сможем себе здесь что-то улучшать.
Это получается, мы... вот, смотрите, друзья, нужно заходить в шахту. Давайте мы тогда зайдем в шахту и пройдем еще в шахте несколько миссий. Мы, кстати, опустились на новый уровень. Давайте вот, ну, буквально 2-3 миссии пройдем и все. Даже, наверное, 2 миссии, скорее всего. Так, все, начинаем разбивать это все дело. Разбиваем, разбиваем, отлично. А, кстати, это вот я могу улучшать, да, за денежки? Да, можем тут что-то улучшить, но... А, нет, даже не за денежки, за что-то другое я могу это все улучшать. Друзья, ну, в принципе, вот еще вот эту вот карту проходим и все. И на этом будет конец, давай. Бум, такой был карающий удар, да, прям мощный такой ударчик. Так, снова у нас вся банка, отлично. Блин, да мы так, друзья, с вами будем очень быстро проходить. Вот люблю, когда эта вот банка тут полная у нас. Так, что тут? А, я думал... Стоп, не-не-не-не-не-не-не. Я думал, паук сейчас будет какой-то, потому что тут уже, друзья, пауки есть, да? Тут уже, получается, противники какие-то попадаются у нас на пути. Так, это тоже разбили. И все, смотрите, какой мощный сундук. Так, открыть за 8 кристалликов. Ладно, давайте мы откроем 5 с копейками денег. Неплохо, ребята. Даже очень неплохо. Разбиваем еще карательным ударом. Дальше какой-то босс будет или что? Ребят, сейчас глянем. Так, а ну-ка. А нет, друзья, не босс, мы прошли первую миссию. Здорово. Так, ладно, давайте тогда закрывать эту игру. Открываем другую игру. И это у нас Бравл Старс. Первая катка в Бравл Старс, друзья, это мы будем играть с вами в столкновение. Играть будем за Була. Постараемся взять, конечно же, первое местечко. Ну, не знаю, друзья, наверное, сложно нам будет брать первое место, потому что мы с вами довольно-таки, ну, довольно мощно прокачанные бойцы. Так, этот орел где-то вот тут вот возле меня. Вот тут вот где-то сидел. Ай, блин, вот тут он сидел возле меня. Так, уйди отсюда. Уйди, чувак. Ладно, он чуть меня не уничтожил, ребята. Мы с вами сейчас возьмем эту баночку. Берем сейчас вторую баночку. Давай, 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 еще последний разочек. Все, есть. Хорошо, у нас уже с вами 3 банки. Отлично. Так, ждем, пока эта вот подруга сюда подойдет. Она подойдет сюда? Нет, она, скорее всего, что меня не видит. Да, о, пчелка, 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 пчелка. Привет, пчелка, и до свидания. Так, все, минус пчелка. Отлично. Да, Бул, конечно, зверь. Друзья, будем... Это у нас будет такая стратегия, знаете? Своего рода стратегия... О, не-не-не-не-не-не-не-не-не! Роза, 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 роза! Ульта моя! Ой, все, минус роза. Отлично. Так, банку забираем. Отлично, друзья. Но тут уже мало места, чтобы скрываться. Так, у нас с вами 5 банок. Давайте будем кого-то атаковать. Кого-то будем атаковать обязательно. Например, этого чувака. Все, атакуем. Убегаем пока что, друзья. Пусть они там добивают друг друга. Так, это Нита. У Ниты мало здоровья. Блин, кто тут бомбу поставил? Я не понял вообще. Короче, кто-то поставил бомбу. Медведь, что? Ребята, это было жестко. Так, медведь там сейчас погибнет сам. 3 бойца осталось. Что за бомбы вообще? Я не понимаю. Столкновение. Роза, блин. Роза осталась последняя. Что? Медведь, уйди от меня. Пожалуйста, уйди от меня. Я тебя прошу. Так, Розочка. Я на тебя просто вот так вот не пойду. Ох, у нее еще и ультарь. Ребята, она меня... Замочила. Ну, у нее банок было больше. Понятное дело, что тут без шансов. Без... ну, там нулевые шансы были. На вторую катку, друзья, мы с вами поиграем за Биби. Она у меня не очень сильно прокачанная. Будем надеяться, что нам дадут каких-то нубиков, ребятки. Потому что если это будут не нубики, то нам... О, смотрите, Фрэнк тут с нами. Классно, классно. Так, давай, давай. Бяу, уйди, ушли оттуда. Мы их просто откинули. Ну уже, давайте, берите... Берите этот мяч. Почему никто мяч не берет? Так, хорошо, тут у нас уже, в принципе, защита вот такая вот стоит. Ну, давайте я тогда возьму мяч, если никто не хочет его брать. Раз никто не хочет брать мяч, почему бы мне его не взять? Просто забегаем в ворота, ребята, просто забегаем в ворота. Вот так, даже не... Не знаю, даже я не запульнул мяч, я просто легонечко зашел в ворота. Ребят, ну это конечно, что-то с чем-то. Так, мяч дальше у кого? Давайте дальше мяч будет мой. Так, все, бежим, 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 бежим. И... Пяу! Есть! Лекси забивает... Следующий гол. Ребят, это хорошо. Мы с вами выиграли. И давайте заберем жетончик. Это была реально очень легенькая победа. Прям безумно легкая. Так, я очень сильно надеюсь, друзья, что сейчас будет какой-то перец. Друзья, пожалуйста, кто еще не поставил лайк, прям сейчас не поленитесь и поставьте лайк. Потому что за добро... короче, добро вам вернется, ребятки. Если вы сейчас поставите мне лайк, и мне сейчас выпадет какой-то боец прикольный, вам тоже когда-то выпадет какой-то прикольный боец. Ребятки, что это тут у нас? Блин, ничего такого... Прикольного не выпало, ну капец. Я расстроился, ладно. Закрываем Бравл Старс, открываем другую игру, и это у нас Roblox. Но сегодня в Roblox мы с вами поиграем Сода Симулятор, друзья. Мы, получается, с вами вот просто пьем вот так вот соду, да? А, не, мы ее взбалтываем и зарабатываем за это баллы. Это у нас апгрейды, да, то есть мы можем там что-то себе обновить. Ну ничего, сейчас обновим, друзья. Сейчас для начала мы, получается, вот с вами полную банку себе сделаем. Так, есть полная банка. Давайте сначала sell. Сколько мы заработали? 25 монеток. А магазин где у нас?
магазин. У нас, сода шоп. Давайте зайдем в магазин. Это, кстати, за донатики, да? Угу, я понял. Так, сода шоп. Что здесь можно купить? Это можно купить за 25 монеток. Конечно, лимонный вкус. А теперь... О, теперь мы встряхиваем, смотрите, по две бульбушки уже получается, да? Отлично. Так, это что у нас? Истерленд какой-то? Это какой-то мир, да? О, мы можем сюда зайти. Ничего себе. И сколько? Пять чего-то мы с вами собрали. Смотрите, теперь... А, это яйца какие-то, друзья. Прикольно. А что мы за эти яйца можем делать? Ну, пока что, друзья, я не знаю, что мы можем за эти яйца делать. Но мы можем так вот бегать, собирать яйца. Так, апгрейд. Давайте сделаем апгрейд. Так, это нужно... А, ничего себе, нет. Сначала нужно это все продать. Так, давайте мы тогда продадим. Sell. Все, 25 монет мы с вами заработали. И теперь нам нужно вместительность большую. А, вот что за яйца покупается, ребятки. А нет, это за деньги покупается. Это покупается за что? За конфетки какие-то. Капец, сколько там миров, ребят. Там реально целая куча миров. Так, ладно, нам с вами нужно обновиться. Нам с вами нужно обновить себе рюкзак. Я хочу обновить рюкзак, а не соду. Так, тут только сода обновляется. И все, вместительности, видите, друзья, я не знаю. А, не-не-не, стоп. Что-то тут еще есть. Баттл, да, есть тут еще баттл. Покупаем ее. Так, тут уже вместительность будет на 100. О, отлично. Вот теперь другое дело, ребят. Это что, какое-то турбоускорение или что? А, вот там еще монетки я вижу. А сколько мы там можем монеток собирать? Много? Друзья, кстати, прикольный режим. Можете заходить играть. Ну, в Роблоксе многие режимы одинаковые. А, по 15 монеток, ребятки, зарабатываем. Смотрите, классно. Ну, для начала, в принципе, это неплохо. То есть, смотрите, мы тут с вами соду фармим, еще параллельно монетки зарабатываем. Вот 75 монеток заработали. Мы сейчас где-то вот столько и принесем монеток. Смотрите, продаем и... Ну, 100 принесли, да, чуть больше, чем 75. Идем быстренько сейчас с вами апгрейднимся. Ладно, ребят, закрываем этот режим, открываем следующую игру. И это у нас Angry Birds Rio. Остановились мы на 19-й миссии. В прошлый раз, друзья, я помню, что мне не получилось пройти эту миссию. Это 19-я, но, блин, она такая сложная была, друзья. Даже сейчас у меня возникают трудности с ее выполнением. Так, пока мы с вами сделали все правильно, ребятки, главное дальше нам не допустить ошибку. Так, нам нужно ударить где-то по низу, мне кажется. Так, бьем. И бум! Так, есть. Хорошо. Это здание упадет или не упадет? Так, ладно. В принципе, птичка это стала открытой, да? То есть просто нужно в нее попасть. И все, ребята, есть! Наконец-то мы с вами прошли 19-ю миссию. Я безумно рад, потому что, скажу вам честно, ребят, я не с первого раза ее прошел. Я прошел ее, наверное, где-то с третьего раза, либо с какого-то. Но я просто не хотел это в видосик вставлять. Сложная была, друзья, очень сложная была миссия. Level unlock какой-то. Ну, видите, друзья, реально была решающая какая-то миссия. Так, дальше. Мы с вами еще пройдем, наверное, там, ну, посмотрим, может быть, 2-3 миссии. Может быть, 2. Так, хорошо. И еще верхние птички остались, да? Ну, верхних мы сейчас тоже освободим. Пяу! Е-ху! Да, друзья, это было изи. Давайте тогда пройдем еще одну миссию, ребятки. Еще одну последнюю миссию на сегодня по Angry Birds. Кстати, вот обычно Angry Birds сражались с этими, с хрюшками, да? А здесь мы с вами, друзья, спасаем братьев наших, да, спасаем наших птичек. Так, хорошо. Бэм! Е-ху! Давай, падай! Бум, столбик упал. Есть, тут можно было сейчас с первого раза пройти, мне кажется, ребята. Так, отлично. Ладно, друзья, закрываем тогда эту игру, открываем другую. Но следующая игра, в которую мы поиграем, это Blend It 3D. Друзья, мы делаем под заказ вот эти вот шейкеры, да? Так, ладно, сначала шоколад идет. Отлично. Только, друзья, главное, чтобы пальцы не влезли туда, куда не надо. Дальше ананас. В принципе, это будет вообще бомбезный коктейль, друзья. Очень вкусный коктейль. Good. На 90% выполнили. Идеально. Давайте мы выберем такой вот бокальчик, потом вот этот вот лимончик. И перфект, смотрите, готово. Давайте, друзья, выполним, ну, хотя бы 5 коктейльчиков. Вот выполним 5 коктейльчиков, и тогда будем открывать другую игру. Так, погнали дальше. Следующая миссия. Что ты хочешь? Это ведьмочка какая-то, да, друзья? А, ты хочешь с роз, да? Ну ладно, давайте мы тогда... Коктейль с розой сделаем. Perfect, друзья, perfect. Дальше мороженка идет. Да, вкуснейшее сочетание, да, мороженое с розами. И дальше идет шоколад, белый шоколад, ребятки. Он надкушенный, кто его надкусил? Кто надкусил этот шоколад? Я бы уже, например, не пил бы вот этот вот напиток после того, как кто-то его надкусил. Давайте мы его остудим. О, идеально круто. Мяу. Почти попали в perfect. Ребят, второй коктейльчик мы с вами выполнили. Давайте выполним еще парочку коктейльчиков. Да, я знаю, что ты рада. Так, лучший скин паучка. Блин,
тапчик только, да, друзья, ботиночек. Так, хорошо. I'm done, хватит. Давайте еще парочку этих миссий выполним. Что ты хочешь? Давай, говори, не стесняйся, я сделаю все. Ананас. Без проблем, пошел ананас. Так, дальше. Апельсин. Видели, там был испорченный апельсин. А мы выбрали не испорченный. Тут яблоко тоже было тоже испорченное. Еху! Есть, ребят, на 90% все выполнили. Я, вы знаете, стремаюсь выполнять все на 100%, потому что есть вероятность, что мы просто пальцы свои туда вот засунем и все, и будет все очень печально. Любой каприз за ваши деньги. Шоколадный коктейльчик ты хочешь? Шоколадно-молочный коктейль, да? Ладно, ладно, давайте тогда молочный еще сделаем. О, снова надкушенное, ну блин, капец. Ну... Кто надкушивает этот шоколад? Я бы реально бы не пил бы такое. Ладно, ребятки, это в принципе все. Давайте будем тогда закрывать эту игру и открываем следующую. Это у нас Big Big Baller, друзья. Играть мы будем, ну, одну каточку. В принципе, у нас на все про все есть 1,5 минутки. Друзья, смотрите, смотрите, что тут нужно делать. Да, все, я понял, стартуем. Так, сначала мы должны с вами поедать что-то маленькое. То есть вот людишек, потом вот таких вот людишек, да, нужно поедать. Ну, вот там, например, еще какие-то штуки. О, да, еще параллельно можно сбивать кого-то, да. Можно сбивать шары, которые меньше, чем мы с вами, ребят. Если они меньше, чем мы с вами, то мы можем смело их уничтожать. Так, мы, получается, поедаем с вами людишек и в то же самое время прокачиваемся. Так, мы на каком месте пока что находимся? О, что? Класс! Вот это бонус, ребята, вот это реально бонус. Так, теперь мы с вами можем уже машин поедать. Отлично, машин, деревьев. Так, класс, я скоро вообще буду на первом месте, мне кажется, ребята. Так, не, ну пока что у меня третья позиция. Пока что, да, друзья, пока что мы с вами не очень большие, но ничего, это просто вопрос времени, и все. Вопрос времени не больше. Я вижу, что там какой-то монстр прям очень громадный, но у нас с вами есть еще 30 секунд, в принципе. О, давайте это вот мы уничтожим. Я надеюсь, что если я его уничтожу, то я тогда... О, я на первом месте нахожусь, ребята! Бам! Все, котлеты. Котлеты просто уничтожили его. Давайте еще этого чувака уничтожим. Вот от нас он недалеко. А, он маленький какой-то, малепюсенький. Ладно, да добьем его. Мы его просто раздавили, ребята. Мы с вами находимся на первом месте. А тот чувак, который на втором месте, смотрите, по пятам прям идет, реально. Такое ощущение, что он хочет тоже взять первое место. Но у него ничего не получится. Давайте, давайте, мы сейчас еще разобьем этого чувака. На, получи. Есть, ребята, это была чистейшая победа. Да, класс. Давайте с вами, знаете, что еще сделаем? Давайте мы с вами еще одну катку сыграем, а почему бы нет? Ну, мы реально играли минуту. Обычно я играю в игры по 3-4 минуты, да? Поэтому мы с вами с легкостью можем пройти еще одну миссию. Так, друзья, стартуем. Давай, и погнали. О, класс, нам с вами повезло, ребята, первое место. Смотрите, какой же жир здесь был. Мы с вами заспавнились в таком месте, в котором надо как раз. Вот в котором надо, в таком мы и заспавнились. Так, людишки, вас поедаем, эти штуки тоже поедаем. О, есть! Первое место, ребята! Машинки уже тоже можем даже поедать, представляете? Так, поэтому желательно нам поедать машинки. За них больше мы получаем экспириенса. Друзья, проглючивает немножечко, но ничего страшного. Тут и так все понятно, тут и так все понятно, что происходит. Пока что, друзья, мы с вами на 4-м месте. Даже не на 3-м и не на 2-м, представляете? На 4-м месте. Капец, друзья, нужно что-то делать. Ну, вначале мы тоже с вами занимали вот такую вот, как бы, не сильно мощную позицию. Убегаем от этого чувака, убегаем. Ты что гонишь? Смотри, какой здоровый. Так, ладно, свалим. Фу, вот мы от него свалили. Это хорошо, друзья. Нам с вами нужно дома разбивать, а не человечков. Так, какое место, друзья? 5-е место. Блин, 5-е место. Чувак хочет меня разбить. 30 секунд осталось. Ну, друзья, тут, походу, проигрыш. Тут ничего не поделаешь. Плохо стартанули. Поэтому проиграли. Так, 4-я позиция. Давай, 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 давай. 3-я позиция, ребята. 3-я позиция. Хотя бы по баллам, по очкам должны выиграть. А ну, ребят, чуть-чуть. 1-е место. Да, 1-е место. Я просто выбил у него из-под носа. Это 1-е место, ребята. Все, это победа. Я бы сейчас уже любого бы раскромсал. Просто любого. Звездочки забираем. Есть! Разбили его. Отлично. Вот теперь я доволен. Ладно, закрываем эту игру, открываем последнюю игру. И это у нас Майнкрафт. Но сегодня в Майнкрафте мы с вами поиграем в Party Games. Друзья, будет у нас, получается, 8 миссий. Да, 8 миссий, 8 игроков. Так, сейчас нам нужно убегать от паука. Друзья, через 6 секунд начнем убегать от этого паука. И чем дольше мы с вами будем от него убегать, ну, то есть, например, тут, короче, пауки, получается, бегут за всеми этими, ну, как бы, моими, как его, противниками. О, стоп, смотрите, мы с ним пересеклись. Блин, мы с ним пересеклись, ребята. Короче, кто выживет последний, тот и выиграл. Короче, вот такие вот, в принципе, правила. Блин, все, мне хана. Меня этот паук сейчас поймает. Ой!
А хотя, может быть, и не поймает, ребятки. Разочек только ударил. Так, это хорошо, что только разочек. Мы с вами чуть... Так, пролазим. Быстрее через этот тупик. Так, давай. Есть. Пролезли, ребята. Все хорошо. Я прям слышу, что паук бежит за мной. Так, пока, друзья, неплохо. Тупик. Это был тупик. Так, а паучара в другой стороне. Все. А, блин, я думал, что мне уже хана. Ребятки, пока что еще с вами живем. Так, ой, блин. Ай! Все, меня подбили, к сожалению. Ладно, теперь с вами нам нужно дожидаться, пока остальные игроки пройдут. Так, ну а следующая мини-игра. Что здесь нужно сделать? Frozen Floor Stars. Frozen Floor Stars. Друзья, я не знаю, что это за мини-игра, если честно. Это реально не знаю. А, снежками нужно стрелять. Нужно сталкивать противников, короче. Так, сталкиваем их. Главное, возле бортиков, друзья, не находимся. Если будем находиться возле бортиков, нас с вами с легкостью столкнут тогда. Так, ну ладно. Мы уже с вами что-то заработали. Или. Не-не-не, мы еще ни одну звездочку не заработали, представляете? Но нас так просто, друзья, не столкнуть. Я прям уверен, что меня так просто не столкнуть. Ой! Стреляем. Так, стоп. А я вообще стрелял или нет? Блин, я не стрелял в них, оказывается. Ребята, представляете, все это время я в них не стрелял. Вот сейчас я уже начинаю стрелять. Отлично. А, может быть, и стрелял, просто у нас шарики перезагружаются. Так, ну это вторая мини-игрушка. Блин, этот чувак еще никак... Блин, меня столкнули. Капец, ребята, печально. Сколько тут еще осталось игроков? О, да тут довольно-таки много их осталось еще. Еще 4, еще 5 штук. Так, вот у нас, друзья, и следующая мини-игра. Invalid Breed какой-то Stars. Не знаю, друзья, тоже не знаю, что тут нужно делать. Ну, короче, давайте мы... На краешку стоять мы не будем. Так, убегать от наковален. Я понял, ребятки, уворачиваться от наковален. Ну тут походу все просто. Так, просто смотрим в гору и все. И не падаем на наковальне, ребят. Все очень легко и просто. Может быть, мы даже с вами там парочку баллов заработаем. А, стоп. Че, тут еще пол проваливается, оказывается. Блин, а я не знал. Я не знал, что пол проваливается. Что? Капец, ребята. Ну, ладно, я думаю, что когда мы уже в следующий раз будем с вами играть, то тогда будет уже попроще. Тут нужно было не смотреть в гору, тут нужно было вот так вот просто бегать, так смотреть иногда в гору и смотреть под ноги. Вот, так, вот таким вот образом, ребятки. Тогда мы могли бы с вами выиграть. Следующая мини-игра Avalanche Stars какой-то. Так, не знаю, друзья, наверное, что сейчас будет какой-то махач мощный. А ну, что? А, что, стоп, паркур, друзья. Так, нужно спрятаться за эту штуку. Так, все, прячемся. И сейчас снежки упадут, да? Так, отлично. Все, хорошо, снежки попадали, дальше. Дальше, ребятки, дальше. Бежим сюда, бежим. Еще чуть-чуть. Все, отлично. Сколько там еще игроков осталось? Left 7 штук. То есть почти все, ничего себе, только один выбился, и все. Один выбился из строя. Но потом, друзья, будет сложнее, потому что эти вот снежки будут намного быстрее падать. Так, быстрее бежим. О, вот сюда, все. Начало, старт, отлично. Осталось, друзья, 7 чуваков еще осталось, представляете? Да капец, вы что, издеваетесь? Почему вы такие все крутые перцы, а? Я не понял вообще, чего они все такие крутые? До сих пор 7, ребята. Там только один, короче, вылетел, и все. Так, все, старт. О, есть, ребята, мы с вами выжили. Отлично, дальше побежали. Все, старт. Сейчас, короче, погибать будет прям куча игроков, друзья. Снова 7. Так. Вот куда нужно бежать. Давай. Быстрее. Есть, ребята. Блин, много чуваков выжило. Прям очень много чуваков. Так, бежим. Я не успеваю. А нет, я успеваю. Отлично, 7-я волна. Так, хорошо. Дальше куда? Куда дальше бежать? А, вот куда. Давай, быстрее. Есть. Блин, попали в меня, ребята. Попали. Тут еще, кстати, можно... А, тут можно уже выталкивать. Я одну волну не пережил. Блин, одну волну не пережил. Я бы мог тоже выталкивать. Мы с вами пока что заработали 0 звездочек, ребята, представляете? Так, Jungle Jump Stars. Jungle Jump Stars. А, паркур, ребята, паркур. Походу. Ладно. Погнали. Опа. Блин, все, свалился. Так, хорошо. Давайте мы с вами не будем спешить. Будем делать все по-правильному, потихонечку. Так вот, опа, есть. Отлично, тут, наверное, какой-то чекпоинт был, я так понимаю, да? Так, ребятки, чуть-чуть. Да, все-таки чекпоинт, друзья. Все-таки тут есть чекпоинт. Это радует, это не может не радовать. Так, тут как-то нужно по-другому, значит, поступать. Так, вот сюда, вот теперь, есть. Вот таким вот образом нужно было поступить. Так, хорошо, по ступенькам поднимаемся. Так, надеюсь, что это чекпоинт. Нет, друзья, это еще не чекпоинт, походу. Пожалуйста, только не упади. Нет! Ты что, издеваешься надо мной? Да капец. Как так вообще? Почему так жестко? И почему все такое быстрое, ребят? Реально, это немножечко напрягает. Вот если бы это было немножечко, ну как бы медленнее происходило. Так, стоп. Ни одну звездочку мы с вами не заработали. Fire. А, друзья, ну я знаю, что это за режим.
Вот я когда-то, помню, его выиграл, этот вот режимчик. Может быть, сейчас даже получится выиграть. Так, волна пошла, ребята. Пошла волна. И прыгаем сейчас. Отлично. Так, хорошо. Да, блин, я ничего не вижу через этих чуваков. Реально, прям передо мной стали. Они, наверное, спецом так стоят. Так, прыгаем. Оп, есть. Оп, есть, ребята. Так, следующая волна пошла. Опа, есть. Так, стоп. А, меня сбили. Блин, я погиб, ребята. Я погиб, представляете? Ну, хотя бы одну звездочку с вами заработали. Я помню, что в прошлый раз я в этом вот режиме, друзья... А, тут нужно зомбов стрелять. Выбил 4 звездочки. Так, ладно. В принципе, я неплохо стреляю. Поэтому сейчас попадаем в зомбиков. Просто берем и стреляем. Так, вот так. Опа, и старайтесь. И желательно целиться еще. Желательно, друзья, прицеливаться. Золотого. За золотого больше всего, скорее всего, дают. Так, давай. Скелеты. Давай, вот туда вот далеко стреляем. Блин, блинский, давай. Ай. Сколько я вообще чуваков подбил? Я подбил двоих только зомбов, ребят. О, есть трое. Что? Там уже кто-то 20 штук подбил? Да не, не может быть. Не может быть, что 20 штук кто-то подбил. А, может быть, они стреляют тех, которые вблизи. Ребят, это реально... Да, вот зачем? Мне нужно было стрелять тех, которые вблизи, а не тех, которые вдалеке. Так, давай. Опа! Есть! Попал. Так, теперь этого бегуна. За бегуна, наверное, больше всего дают, друзья. Ну, по-любому, за бегуна больше всего дают. Есть! Блин, я думал, что я попал этого бегуна. Так, он сейчас будет обратно бежать. Сколько мы... А, ну, одну звездочку тоже заработали, ребят. Неплохо. Так, и это у нас последняя мини-игрушка. Так, тут что нужно делать? Нужно... Вообще, реально, что тут нужно делать? Просто едем, и все? Так, ну что, погнали. И что тут, разбивать нужно что-то, да? Блоки разбивать? А, да, блоки разбивать, друзья. Надо просто ехать и разбивать блоки. Отлично. Сейчас будем разбивать, значит, эти блоки. А мы за это тоже какие-то баллы зарабатываем, да? Так, давай. Опа, есть. Погнали, давай, ну же, ускоряемся. Видите, а я что, я могу ускоряться или нет? Что-то мне кажется, что я, друзья, здесь не ускоряюсь никак. О, все, отлично, игрушка сама начала ускоряться. Блин, прикольные мини-игры, ребятки. Даже очень прикольный. Блин, там уже у чуваков по 100 с копейками, ребят, вы видели? А у меня нет. Так, давайте поможем этому чуваку разбивать его блоки. Вот так вот, все. Тут просто мне тоже помогают как бы их разбивать. Поэтому и я думаю, что нужно помогать кому-то. Так, можем ускоряться, ребятки, мы еще с вами периодически. А где тут время? Времени здесь, походу, что нету. Либо есть время, не знаю. Короче, друзья, но я, по крайней мере, его не вижу. Тут у чуваков, смотрите, уже по 300 баллов. Капец, представляете, по 300 баллов, ребята. Намного больше, чем у меня только вон 140 с копейками. Да, потому что много раз мы с вами все-таки смазали. Так, как тут разогнаться? Я хочу разогнаться. И... А! У меня не получилось, ребят. Ладно, это, в принципе, конец, ребятки. На этом я буду свое видео заканчивать. Кому оно понравилось, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. Ну, а с вами был я, Алексис. Всем удачи, всем пока!